Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Професія таргетолог. Яким чином сьогодні можна заробляти в інтернеті? Будемо розбиратися з нашою спікеркою. Я рада вітати в нашому прес-центрі таргетологиня Олена Безбородько. Олено, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, що ж це за така професія таргетолог? Сьогодні дійсно існує дуже багато таких напрямків. Ми дуже часто чуємо, що хтось працює СММщиком, копірайтером, таргетологом. Що це взагалі все таке і чим ці професії один від одного відрізняються? Здравствуйте. Все эти профессии, которые перечислила Аня, это SMM-щик, таргетолог, копирайтер, дизайнер, это все для продвижения товаров или услуг в интернете. Таргетолог, он настраивает рекламу в интернете, в Инстаграме, в Фейсбуке. Это, в принципе, то, что вы видите каждый день в своих Инстаграмах, Фейсбуках, это в историях, в постах. Вы просто листаете ленту, и вдруг вам попадает какой-то пост, на который вы не были подписаны, или вы этим как-то интересовались, чем удивительны алгоритмы Фейсбука, то, что если вы вбиваете запрос в поисковике, то через некоторое время вы сможете просто случайно обнаружить этот же запрос у себя в ленте. Так работает таргетированная реклама. И что это все-таки такое? Это просто реклама, которую мы настраиваем через Фейсбук, через Инстаграм, и она показывается вам, покупателям. І нам теж, звісно. Ну от ми говоримо, що дійсно є там, наприклад, СММщик і таргетолог. Це одне і те саме, бо це поняття, які відрізняються один від одного. Ні, це відрізняється. Таргетолог, він займається тільки рекламою. Він робить дизайн, макет для реклами. Він настраює самі параметри реклами. Це аудиторія, місця, де будуть показуватися. Це реклама, плейсмент називається, якщо так точно говорити. И он, конечно же, анализирует, работает реклама или же нет. СММщик – это человек, который ведет саму страничку. Он может быть как и таргетологом, так и работать один или в паре с кем-то, с копирайтером. СММщик, как я считаю, это просто связанное звено, которое соединяет многих людей, но также он может быть самостоятельным. То есть он может и писать, и дизайнить страничку, и настраивать ту же рекламу. Но все же SMM-щик и таргетолог — это разные люди, потому что таргетолог — это настройка рекламы, SMM-щик — это ведение странички в Instagram, в Facebook. Хочу трішечки про ваш досвід запитати. Ви займаєтесь саме рекламою чи все ж таки веденням сторінок? Я занимаюсь и тем, но начинала все-таки с таргетинга. Мой опыт уже более 1 года. Я закончила курсы по SMM от самой большой маркетинговой компании в Украине, в Харькове. И я начинала с таргетинга, он мне больше всего понравился. У меня были хорошие успехи в этом, я настроила рекламу, у меня все получилось, была хорошая выручка. Но потом все же мне был интересен процесс более творческий, я перешла в SMM, так как я люблю общаться с людьми, мне интересно писать, ездить, снимать, поэтому я перешла именно в SMM. Но таргетированную рекламу я также настраиваю, так как у меня есть навыки в этом. От повертаючись до реклами, що повинен уміти таргетолог? Які його ключові навички? Ну, во-первых, он должен быть немного дизайнером, немного копирайтером, так как, чтобы создать какую-то рекламу, ему необходимо создать макет. Это нужны навыки дизайнера. Чтобы также создать рекламу, там внизу вы видите какой-то минимальный текст, ну или большой, у каждого по-разному. Поэтому он должен быть еще немного и копирайтером. Но если человек умеет делегировать, что очень важно в нынешней профессии СММщика и таргетолога, уметь перекладывать свои обязанности на других, чтобы выполнять и как-то брать больше проектов. Если у таргетолога много проектов, то я считаю, что лучше нанять себе копирайтера. Если ты в этом не силен, то почему бы и нет?
Хочеться поговорити тепер і про професію SMM-щика, якщо брати таке більш розгалужене, більш обширне поняття. Ми говоримо про те, що от існують такі, взагалі, термінології, існує така, як брендінг, контент-план, знову ж таки, копірайтинг, стратегія просування. Що це все таке, як я розумію, це входить саме в обов'язки SMM-щика. Да, бренд-стратегія – це лучше, звісно ж, коли нанімають бренд-менеджера, і він іменно в цьому направлінні розвиває компанію, він выделяет его самые такие лучшие аспекты, он делает бренд, чем он запомнится человеку. В принципе, SMM-щики, сейчас их очень много, и они тоже взяли на себя эти обязанности, и все зависит от навыков. Если человек умеет это делать, то SMM-щик тоже может сделать брендинг. Стратегия — это какими путями мы будем вести клиента, чтобы он воспользовался нашей услугой или же купил наш товар. Копирайтинг — это в основном это только текста. Это продающие, вовлекающие и информационные тексты. Все они отличаются по специфике, по написанию. Они, SMM-щик должен понимать, SMM-щик, копирайтер, какой тональности они должны быть, tone of voice. Это тоже и бренд-стратегия связана, бренд-менеджер и копирайтер, потому что он должен понимать, как обращаться с аудиторией, на каких тонах с ней говорить. Или же мы общаемся с девушками, которые, девчонки, привет, как у вас дела? Или же мы более официальная компания, и мы обращаемся с человеком на «вы», уважительно, там тоже все свои нюансы. И, конечно же, контент-план — это то, что must-have каждого SMM-щика, это то, что мы делаем на протяжении месяца. Очень удобно подготовить себе план, по которому мы будем идти целый месяц. Сначала взяли, обсудили, все решили, подготовили, а потом просто в определенный момент, в определенное время, на которое мы как бы назначили посты, мы это все выпускаем. Сделать один раз и на весь месяц, нежели каждый день, там перед каждым постом мы думаем, садимся, теряем свой фокус, поэтому контент-план, как по мне, он очень важен. Это дата, когда мы выпускаем сам пост, это фотография, подбираем фотографию, исходя из текста, который видим под фотографией. Если это там информационный, то мы можем закрутить его в какие-то, не обязательно в картинку, а в какой-то текстовый блок, чтобы это было красиво в ленте. Если это продающий, то мы показываем фотографию или же еще лучше снимаем видеоролик какой-то, потому что видеоролики, они сейчас более в тренде, ну не в тренде, они больше привлекают внимание. Сейчас, насколько вы знаете, пошла новая мода TikTok, сейчас все пытаются в него влиться, и на самом деле TikTok очень работает, потому что людям надоело смотреть, надоело читать, и мы немножко разленились, поэтому сейчас вошла в моду, мы просто открываем и смотрим. Даже на видео пишут уже субтитры, чтобы не надо было включать звук, все настолько просто, и все для потребителей, для клиентов, чтобы просто человек зашел и увидел и прочитал. Ну, от, до речі, коли ми робимо контент-план, звісно, там використовує таргетолог, SMM-щик, фотографії якісь. А ці фотографії теж робить SMM-щик, або є якась окрема людина, як фотограф чи там дизайнер? На моєму опиті я сама роблю фотографії і также нанимаю фотографов или же команду видеографов. Если съемка сложная, если съемка нужна именно профессиональная для серьезной компании, там, чтобы она была на сайтах, ну, естественно, на телефон это все не сделаешь, так как качество ниже, то мы нанимаем фотографов, которые приходят и по нашему техническому заданию ТЗ выполняют наши условия, наши требования. Мы рассказываем, что нам надо, какие нам нужны результаты. Обязательно подготавливаем референсы, чтобы видеть, какой результат мы хотим получить. Чтобы фотограф не пришел и вот, на, держи, тебе надо сделать фотографию. Фотограф не понимает сути, чего мы хотим получить по итогу. Поэтому референсы и сопровождение SMM-щика, оно обязательно. Мы этим занимаемся, ну, я занимаюсь этим как SMM-щик. Но когда съемка
в моих силах там подснять какое-то видео, смонтировать какое-то несложное, или же сделать какие-то фотографии, то, естественно, я беру свой телефон и иду это все делаю, мне это нравится, в принципе, до камеры я пока что не дошла, но думаю, это в будущем, что я смогу предоставлять всегда полный спектр услуг, но и не нанимать фотографа. С недавних пор я даже управляю дроном, что тоже очень интересно, и это тоже входит в мои как бы обязанности, и для контента это намного круче, потому что съемка дроном — это... Вы не видите ее каждый день, и когда вы замечаете ролик с каких-то других ракурсов, которые вы не видите каждый день, и для вас они в какую-то новинку, то это цепляет, и люди запоминают именно вот этот контент, который уникален. А як же стати СММщиком або таргетологом? Можна прийти до цього самостійно, або все ж таки варто, от як ви казали на початку, пройти якісь курси, скільки ці курси коштують, тому що, як мені відомо, це така недешева забаганка. От як це відбувається, як чи можна стати таргетологом або СММщиком саме самостійно? Я вважаю, що зараз на просторах інтернету просто очень много информации. Да, там много и воды, но если иметь действительно желание, то можно быть хорошим таргетологом и без курсов, хорошим СММщиком без прохождения трехмесячных там программ разных. Я считаю, что да, можно. Но у меня такая история, что я выиграла эти курсы, так и велела мне судьба, что я прогуляла пару и пошла на лекцию к одному из маркетологов, ведущих там в Украине, он очень мне нравился. И прогуливая пару, я пошла на эту лекцию, и он как раз разыгрывал этот курс по SMM-маркетингу, который выиграла я, учась на кафедре информационной безопасности, я выиграла курс по маркетингу. И, в принципе, я посчитала, что это очень хороший такой пинок, это классное начало. Я пообещала перед всей публикой, что я пройду этот курс, что поделюсь впечатлениями, результатами, и, в принципе, была одна из лучших на курсе. Курс длился, если мне не изменяет память, около 2 месяцев. Стоит он. Есть разные пакеты. Самоучка — это когда тебе просто дается материал, видео, лекции, уроки, все-все-все дается для самостоятельного изучения, но нету никакой обратной связи. Они стоят около 150-200 долларов. В принципе, это очень много, и на своем опыте знаю, что эти деньги реально отбить даже во время самого обучения. Второй пакет — это экспертные, они уже стоят дороже, потому что туда входят онлайн-сессии с самими экспертами, плюс чаты с выпускниками, всякие разные плюшки, они стоят около 400 долларов. Я была именно на таком, и, в принципе, когда мне дают обратную связь по моим домашним заданиям, мне было мне было комфортно, потому что я слышала мнение со стороны, мнение эксперта, что очень важно начинающему человеку, начинающему СММщику и таргетологу. Есть, конечно же, там виповские пакеты, когда с тобой вот прям носятся, ходят, и они около 600 долларов, да, это даже больше, 800 долларов где-то они стоят, смотря у кого. Но там именно с тобой занимаются индивидуально, ты можешь индивидуально поговорить с экспертами, в то время, когда на втором пакете, то вы собираетесь группой. У нас было около 80 человек на потоке, это все онлайн-обучение, но этого хватало. Люди, которым действительно есть что спросить, и у кого есть желание обучаться, то они всегда задавали вопросы, они были услышаны, и сейчас, я знаю, многие из наших выпускников работают в текущей профессии СММщиком или таргетологом, кто-то копирайтером. Эти курсы дают все вместе. Потому что там обучают и дизайну, как правильно составлять макеты, в какую боль там цель, как оформлять, что писать на них. Приглашают экспертов по копирайтингу, которые сейчас очень успешны, там даже из Москвы у нас была девочка, тоже обучают нас писать. Эти курсы обучают всему, но если человека зацепил и он понял, что ему нравится именно писать,
то этот человек идет именно в копирайтинг. И я считаю, что это правильно, потому что все мы должны быть на своих местах, мы должны заниматься тем, что нам нравится, и то, что нам приносит удовольствие. Если ты хорошо пишешь, то тебе однозначно надо писать, тебе надо развивать свой талант, и я считаю, хороший специалист всегда будет востребован, тебе надо показывать то, что ты умеешь, как грубо сказать, продавать себя, и тогда все будет продвигаться и развиваться. Дійсно, сьогодні це дуже такі востребувані професії, тому що будь-який бренд, неважливо, чим ви займаєтесь, там, будівництвом будівель або, я не знаю, там, салони краси, всі вони потребують просування в соцмережах. А як сьогодні, от, можливо, у Дніпрі, в Україні знайти роботу саме за спеціалістю? Тому що ми розуміємо, що дуже багато перспектив, а от куди йти, куди звертатися, аби знайти таку роботу за спеціалістю? Ну, в даний момент я працюю зі будівельною компанією. Не со строительной, а мы продаем объекты, недвижимость, и с ними работаю я уже более полугода. Как мы вышли друг на друга, это было по совету моей подруги. Был запрос найти СММщика, который помогал бы продвигать в соцсетях недвижимость. И, естественно, личные бренды, это топ-менеджеры компании. В чем суть? Чтобы люди знали, у кого они покупают, что это лицо компании. Люди в строительных компаниях, лицо в строительных компаниях — это люди. Как найти работу? У меня всегда было, что это сарафанное радио. Если ты хорошо выполняешь свои обязанности, то тебя советуют, о тебе знают. В принципе, наши SMM-комьюнити, в принципе, знают многих. Вот если ты СММщик хороший, ты ведешь там какое-то заведение, то тебя знает и другой СММщик. И если там слишком много заказов, обычно у хороших специалистов их много, то они могут перенаправить клиента другому специалисту. И в принципе это нормально, мы там не жадничаем. И если реально понимаем, что у нас не хватает времени, то мы с радостью отправляем клиентов человеку, в котором мы уверены. И это, наверное, самая частая практика. Но если ты новичок, то я советую сначала взять пару людей, пару клиентов на бесплатное продвижение. В принципе, как было и со мной. У меня было два проекта, которые я вела бесплатно первое время, но потом эти же клиенты потом переросли в платных моих клиентов, с которыми одним из которых я до сих пор сотрудничаю, это спортклуб. Они сначала наняли меня, ну, согласились, чтобы я вела их Инстаграм бесплатно, так как я была новичком. Я им написала в Инстаграм, мол, я вот сейчас прохожу курсы, мне надо бесплатный клиент, сделаю все как надо. Они мне доверились, я их не подвела, и, в принципе, потом мы перешли на платную основу. Поэтому где найти клиентов? Если новичок, то берите бесплатных клиентов, чтобы наработать, во-первых, портфолио, наработать себе имя. Если в том же небольшом городе там, или в Днепре, то если согласятся взять тебя как бесплатного SMM-щика, и ты сделаешь все круто, то тебя будут советовать друзьям. Я считаю, что сарафанное радио — это самый сильный инструмент, который есть у нас. Нас советуют, если ты классный спец, то все будет круто. Що ж, я дуже вдячна вам за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Говорили про професії, не знаю, як сказати, напевно, не професії майбутнього, а вже професії дійсно сучасності, професії нашого з вами життя. В інтернеті сьогодні можна заробляти і заробляти дуже багато. Говорили про професію таргетолога та СММщика разом з таргетологом та СММщиком Оленою Безбородько. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!